некоторые фигуры обладают самозавмещением, то есть их можно саму с собой совместить разными способами. Например, у равнобедренного есть два способа совместить его сам с собой. Один способ – это вот как он есть, так и лежит, а другой способ такой. Поэтому под эту фигуру пишем число 2. У равнобедренного треугольника два способа совместить его сам с собой. У неравнобедренного прямоугольного треугольника один способ. Почему? Потому что попытка положить вот этот катень сюда ничего не даст, он короче. А вот у равнобедренного прямоугольного треугольника сколько самосовмещений? Три. Какие три? Два. И не три. Два. Можно положить его так. Представьте себе, кто-то из картона сделал такую фигуру. И прорезал в плоскости ровно такую дырку. Могу положить вот так, а могу положить с переворотом. Получается два. А теперь я рисую вам другие фигуры, а вы под каждой из них должны написать, сколько у нее самосовмещений. Это квадрат, это прямоугольник, вот это вот равносторонний треугольник, круг. Дальше. Квадрат с маленькими квадратиками, которые пририсованы вот здесь вот. Сколько у него самосовмещений. Дальше. Такая забавная фигура. Квадрат с нарисованной на нем диагональю. Дальше. Квадрат с нарисованной на нем средней линией. Кубик. Это не рисунок на плоскости, а имеется в виду, это самый, что ни на есть, настоящий куб. Вопрос. Сколькими способами его можно совместить сам с собой в пространстве? Хватит пока. Итак, сколькими способами можно совместить саму с собой следующую фигуру? И дальше пошли задачи. То есть я первые три из них уже решил вам, а хочу, чтобы вы сами решили, сколько самосовмещений у такой фигуры. Иногда говорят не самосовмещение, иногда говорят, сколько симметрий. Два слова о неожиданной теме. Что такое стихи и почему большинство из нас гораздо больше любит стихи, чем проф? Стихи проще запоминать. Отлично. Нет, а что такое стихи? Стихи – это произведение искусства. Ну, картина – тоже произведение искусства. Музыкальное место – тоже произведение искусства. Мыться. То есть последний слог в одном месте такой же, как последний слог в другом. Ну, некоторые, да, рисуются, а бывают и такие, в которых нет. А тогда что? Это... Нет, на самом деле, очень хорошо вы говорите, стихи бы разные. И, между прочим, если вы будете читать английские стихи, да, то вы вдруг обнаруживаете, что это стихи. Но они из-за другой причины. Есть несколько разных способов превращать текст в стихи. Я не ожидаю точного ответа, но... Чтобы текст превратить в стих, нужно слова из этого текста подставлять так, чтобы была некая ритма. Не обязательно ритма. Не обязательно созвучие. Ребята, еще раз, в русском языке, вы правы, много повторяющихся окончаний. В общем, структура русского языка действительно такова, что удобно, что называется, заниматься ритмом. Но стихи бывают не обязательно такие. Важно, чтобы была некоторая повторяющаяся структура. Между прочим,
на одной из наших летних школ в 2012 году был даже записан курс стиховедения. Советую сами все это послушать. На самом деле про это много всего интересного, что называется, литературоведы, всякие филологи придумали. Так вот, ребята, с точки зрения математики, действительно, стихи легче запомнить. То есть там есть повторяющаяся структура, которая упорядочивает текст. Хорошо, чем отличается музыка от того, что я просто сейчас начну блеять и мяукать? Красивое. Отлично, что-то красивое. А в чем красота? Красота в том, что не человек издает все эти звуки, а много людей. Отлично. Хотите, я вам двигатель включу? Дыр-дыр-дыр-дыр. Это будет музыка или нет? Нет. А в чем? Музыка — это красивая мелодия, музыкальная. Отлично. А в чем красота мелодии? Ребята, в том же, в чем в стихах, на самом деле. Там тоже есть... Если кто-то из вас в музыкальной школе учится, то вы понимаете, что там есть законы, которые учат на противном предмете под названием сольфеджио. Вот-вот-вот-вот, кто-то его ненавидит, а кто-то его, наоборот, любит. Понимаете, это есть законы. Музыканты, какие бы они великими ни были, они все равно не могут просто в случайном порядке писать ноты. Там есть законы, которым удовлетворяют. Иначе, между прочим, музыканты никогда в жизни эти ноты бы не выучили. Если бы там не было некоторых достаточно четких закономерностей, что там у них есть всякие там разрешения, не буду эти страшные термины даже пытаться воспроизвести, вот, у них есть законы. То есть некоторая структура, которая на всем этом. Отлично, теперь вопрос. Почему вот этот треугольник, равномедленный прямоугольник, красивее, чем вот этот? Потому что у него есть самосовмещение. Ребята, те из вас, кому нравится стихи, те из вас, кому нравится музыка, должны честно признаться себе, что на самом деле вам нравится самосовмещение, вам нравятся вот эти структуры. Они там выглядят по-другому, а на самом деле вам нравятся эти самые вот закономерности, которые ваш мозг отлавливает. Вот заметьте, пожалуйста, заметьте, приятно слушать многие музыкальные произведения. А почему? Ваш мозг успевает заметить эти самые закономерности и радуется этому. Замечает самое там, повторение или какие-то большие предназначения. В любой песне то же самое. Есть вот эти самые симметрии. Сколькими способами, ну, не надо тут вырезать, не надо просто эти вещи представить. Надо просто представить себе, что у вас есть квадратик, и думать, сколькими способами вы можете этот самый квадрат положить на свое место. Четыре. Выходить в объяснить какие способы. Если у нас есть квадрат, у него четыре стороны. Все они равны. Да, конечно. Мы можем одну сторону тогда другой стороне приложить, и они будут одна из другой не выходить. Будут равны совмещаться. А давайте я сделаю так. Давайте взять шины этого квадрата. Шины помечу буквами А, Б, С, Д. Могу? Могу. После этого я делаю вот так. А, Б, С, Д. Подняли. Ну, вот там повертели, поверачивали, повертели, подрывались. И после этого кладете. Вот будьте добры, при первом способе куда пойдет буква А? А пойдет В. Напишите. При одном способе, при втором, при третьем, при четвертом. На свое прежнее, замечательно. На свое прежнее. Итак, давайте вот это вот А,
90 градусов – это поворот против часовой стрелки на 90 градусов. Дальше. Прямая L – это пусть будет вертикальная прямая, которая делит квадрат пополам. Прямая M – это горизонтальная прямая, которая делит квадрат пополам. Так вот, давайте договоримся, что вы ровно в таком порядке эту таблицу, кто умеет писать, что происходит с квадратом при повороте на 90 градусов против часовой стрелки. B, C, D, A. Молодец. B, C, D, A. Так, кто мне скажет, что происходит при так называемой центральной семи? C, D, A, B. Замечательно. Что такое поворот на 270? Это на самом деле, смотрите, господа, поворот на 270 это вот так. Это то же самое, что поворот по часовой стрелке на минус 90. Значит, поворот, вот если крутить вот так вот на 270, то же самое, что крутить вот так вот на 90. Да, можете пролинковать? D. D. A. B, C. Так, теперь минуту подумаем, что бывает при осевых симметриях. Четыре осевые симметрии. Кто умеет написать с точками при осевой симметрии относительно прямой AC? Давайте я покажу, что такое прямая AC. Вот такая прямая. Что бывает, если вот так делаешь? Что происходит? Что с точками А и С? Они на месте. Что с точками Б и Д? Они меняются. Значит, когда я буду здесь записывать, что я сюда пишу? А. Что я сюда пишу? Б. С. Сюда. Сюда. Б. Молодцы. Так, теперь относительно прямой БД. Сюда что пишу? С. Относительно прямой БД. Б. Сюда. Б. Она остается на месте. Смотрите, вот она, прямая БД. Эта прямая остается на месте. Понимаете? И Д остается на месте. Так, а что меняется? С и А. Отлично. Так, теперь относительно прямой L. Относительно вертикальной оси. Там, где было А, что будет? Б. Б. А. Здесь что будет? Что делает этот прямой? D и C меняются местами. Здесь будет D, здесь будет C. И что еще меняется местами? A. A и A. То есть сюда пишу A. Так, отлично. Значит, пятая, шестая, седьмая строчка. Осталось чуть-чуть. Может, продиктуйте мне на ошибке? D была C? C. Получается, что у квадрата 8 самосовмещений. Так, в порядке контроля. Скажите, пожалуйста, а сколько самосовмещений у правильного шестиугольника? 12. Сколько? 12. 12, молодцы. Между прочим, из них 6 – это повороты. На 0, 60, 120, 180, 240, 300 градусов. 6 – это симметрия. И 6 симметрий. Это бывают вот такие вот симметрии. А бывают… Идею поняли? Ага. Вот, отлично. Так, а сколько у правильного пятиугольника самосовмещений? 10. 10, конечно. Так, ну хорошо, молодцы. Теперь возвращаемся к нашей задаче. Сколько самосовмещений у прямоугольника? 6. 2. 2. 4. 4. Давайте голосование. Кто за то, что у него только одно? Нет таких.
Кто за то, что у него два? Так, раз, два, четыре голоса. Пять голосов за то, что у него два. Кто за то, что у него три? Кто за то, что у него четыре? Ага, абсолютное большинство за то, что у него четыре. Ну, господа, на самом деле вы правы. Давайте сделаем так. А, Б, С, Д. Но на этот раз уже не я. А, пожалуйста, кто-нибудь другой. Кто-нибудь, будьте добры, выйдите и покажите мне эту табличку. Итак, то же самое. А, Б, С и Д. Так, ну давайте я уже про равномерный треугольник не буду. Итак, А, Б, С, Д. Перечислить все самосовмещения прямоугольника, при каждом из них показать... То же самое. Тождественное. Ид. Да? Тождественное. Все остается на своих местах. Называется центральная симметрия. Пишите, поворот на 180. 180. Справа напишите, пожалуйста, в первой строчке. Ид или то же самое, поворот на 0. Точка А меняется с точки С, точка Б меняется с точки Д. Да, да, да. Да. Отлично. Следующий это разворот. Это не разворот, нет такого слова. Называется осевая симметрия. Нарисуйте прямую, обозначьте ее какой-нибудь буквой. Нет, не здесь, а на прямоугольнике прямо. Какая прямая? Горизонтальная, да? Поставьте там какую-нибудь букву. То есть М, чтобы было как в прошлый раз. М. Д и А меняются местами. Б и С тоже меняются местами. Давайте. Не Е, а Эль. Да. Была по замыслу, была по Эль. Отлично. Итак, А и В меняются местами, С и Д меняются местами. То есть это было В, А, С и Д. Сколько у одностороннего треугольника самосовмещения? Шесть. Шесть. Ответ правильный. Действительно шесть. Господа, это три поворота на 0 градусов, на 120 градусов и на 240 градусов. А еще три осевые симметрии. Отлично. А у круга? Что? Бесконечно. Бесконечно. Как учат писать буквы маленьких детей. Вот, посмотрите, пожалуйста, дети, как писать цифру 8. Это примерно так же, как рисовать снеговика. Вот смотрите, сверху рисуете кружочек, снизу рисуете кружочек. Поняли? Нет? Ну хорошо. Дети, а кто-нибудь может, тем, кто не понял, понять меня объяснить? Да, я могу. Как? Это очень легко. Рисуете символ бесконечности, только поворачиваете его на 90 градусов. Сколько здесь, сколько здесь. Заметьте, это не просто квадрат. Это квадрат с нарисованной линией. 4, молодцы. А почему 4? Нет, так, значит, ответ правильный, но мы не двинемся дальше, пока Шорик выйдет и нормальным человеческим голосом не объяснит, почему действительно 4. Хорошо. Можно разворачивать. Да. Но это же. Какой-то. Его можно оставить так же. Это верхняя строчка. То есть вот этот вариант годится. Дальше. Вторая строчка. Поворот на 90 градусов годится? Нет. Нет. Ставлю минус. Третья строчка. Поворот на 180 годится? Годится. Ставлю 270, то есть на 90 по часовой стрелке. Нельзя.
симметрия относительно прямой АС. Давайте вспомним, где у нас было АС. Это вот эта прямая. Можно ли здесь? Относительно АС, относительно вот этой диагонали. Переворачиваем картинку. Можно. Значит, относительно АС ставим плюс. Хорошо. Относительно прямой БД. Да. Тоже плюс. Относительно вертикальной прямой. Нет. Нет. Ставлю минус. И относительно горизонтальной прямой. Тоже ставлю минус. А теперь осталось посчитать, сколько плюсов. 4. Спасибо, вы абсолютно правы. Кто продиктует мне эти плюсы и минусы для вот этого? Относительно горизонтали, когда делаешь, то верхний кусочек меняется с нижним, а вообще-то она остается на месте. Плюс. Господа, обратите внимание, опять 4 плюса, правда, на других местах. Да? Вот здесь вот был плюс, стал минус, здесь был минус, стал плюс. Но ответ... Ответ тот же самый. Тоже тот самый. 4. Нарисую еще одну. И вопрос будет абсолютно такой же, как уже только что был. Итак, вот вам тот самый квадрат. Его называли ABCD. И давайте на этот раз будет вот такая картина. Вопрос. Какие из 8 самосовмещений переводят ее в себя? Здесь будет что? Плюс. Здесь будет плюс. Скажите, пожалуйста, где еще будет плюс? Да? Где? Где? АС или БД? БД. Относительно АС вот это перейдет сюда. БД, совершенно верно. Будет всего лишь 2 плюсика. Вот, господа, как ни странно, это вам кажется детская картинка, а огромное количество усилий математиков и физиков тратится на изучение так называемой теории групп. Вот то, что я сейчас вам стал говорить, называется группы самосовмещений. Это теория. Была открыта, вернее, ее начали изучать в начале 19 века замечательным и в очень-очень молодом возрасте погибшим на дуэли французским математиком Эвристом Галуа. После этого, с середины 19 века, математики и физики изучают эту самую теорию. И видимо, уже оказалось, что группы интересны вовсе не только на плоскости, а где только не бывают эти самосовмещения. Ребята, основная идея такая. У стихов бывают самосовмещения. У каких-нибудь там, не знаю, движений в пространстве тоже бывают самосовмещения. Оказывается, что вообще вот эта наука об изучении симметрии, это и есть математическая теория групп. И не только в геометрических картинах симметрии, и они изучаются вот этой самой изучительной наукой теории. Так, на доске осталась единственная нерешенная задача.
Сколько самосовмещений? Они единственные, да. Там две задачи. Сколько штук? Восемь. Восемь, ответ неверный. Так, а что еще забыл я? А, вон ту. А, да, да. Давайте все, здесь попроще. Четыре. Дело в том, что в этой фигуре годятся только ворота. Только ворота. А, асимметрии не годятся. То есть у этой фигуры все самосовмещения, это поворот на 0, 90, 180, 200 и все. Отлично. Так, Куба, сколько? Сколько? Правильно сказали? Громче. 24. 24. Молодцы. Ответ верен. Почему? Кто объяснит, почему 24? Правильный ответ. Кто-то у кого объяснит, почему у куба 24 самосовмещения? Потому что
Да? 24 неправильно, потому что там только грани вертятся, а не только углы. Не то. Если сугар, то его больше будет самосовещение. Потому что 25 неправильно, потому что... Нет, ты можешь, у меня оба ответа неправильно? Нет. Какой ответ неправильно? 24. 24 неправильно? Правильно. Правильно, а 48 неправильно? Почему 48 неправильно? Причину двух разных ответов. Да. Я? Да-да-да. Я считаю, что неправильны оба, и это должно быть 72, так как можно вращать отдельно и грани, и вершины. Если грань, тогда ее вершины, так что неправильно. Нет, 72 это же соседский прибор. Нет, ребята, дело вот в чем. У вас есть способы описания этих самых вращений преобразований. Разумеется, если вы каким-то одним способом описали, каким-то другим способом описали, то странно будет складывать и то, и то. Понимаете, это так же, как вот у меня есть какой-нибудь там, не знаю, человек, там, Петров, там, Иван Сергеевич, да? Вот, я же не могу сказать, что у меня есть Петров, у меня есть Иван, и у меня есть Сергеевич, три человека. Все-таки человек один, правда? Просто у него есть разные способы его называть. Нет, поэтому 72 это совсем чушь. Так вот, господа, давайте я попытаюсь объяснить, что действительно, как ни странно, оба ответа правильно. То есть, если одним способом формулируешь задачу, то один ответ правильный. Если другим способом формулируешь задачу, то другой ответ правильный. Чтобы вам стало понятнее, начну я вовсе не с куба, а с квадрата. Господа, представьте себе, что у нас с вами нет пространства, а квадрат жестко как-то вот привязан к плоскости. То есть вот есть стол, а к нему такой, знаете, бывают такие магнитные на холодильник штучки. Магнитики такие, да? Так вот, представьте, что магнитик в виде квадрата сделан, и нам запрещено его отрывать. То есть вы его можете сколько угодно передвигать по магнитной доске, но запрещено его взять, перевернуть и приложить. Бывают такие магнитики, которые если прикладываешь другой стороной, то он отлетает. Ну, то есть, с одной стороны у него там действительно магнитики, а с другой стороны у него просто картинка какая-то, и магнитики уже не хватает, их силы не держит. Представили? Да. Замечательно. Так тогда ответ будет вовсе не будет. Тогда вот верхние четыре годятся, повороты, потому что а нижние не годятся. Если нам запрещено выходить в пространство, то нижние четыре ответа в случае куба ровно такая же ситуация. Господа, если мы берем настоящий, вот совсем настоящий, сделанный, я не знаю, из металла или из дерева, частично сделанный настоящий куб, да, то ответ, разумеется, 24. Объясняю почему. Потому что здесь, вот смотрите, что я говорю, берем кубик, любую вершину ставим куда угодно. Господа, правда, что после этого 6 вариантов. Вращать вокруг вершины можно, но это только 3 варианта. А вот представьте себе, сделать, поменять местами вот эти два ребра, оставив это можно было бы, если бы куб был не весь из металла, а если бы куб был из проволочек, которые мы временно отсоединяем в вершинах. После этого вершины меняем местами. Вы смотрите, что здесь нужно сделать. Нужно вот эти оставить, вот эти вершины поменять и вот эти ребра поменять. И здесь тоже вот эти вершины поменять и, соответственно, эти ребра поменять. Чтобы сделать такое преобразование куба, нам
некотором смысле нужно его сначала поломать, а потом собрать, и он опять соберется. Ну давайте простая операция. Представьте себе, что я начинаю перед вами бегать. Могу даже прыгать, могу даже там это самое, перекатываться. После этого назад встал. Скажите, пожалуйста, у меня сердце, вот сейчас оно примерно да, здесь, у меня сердце переместится сюда? Нет. То есть смотрите, я поворачиваю, я нагибаю, а при этом сердце как было с одной стороны, так и останется. Если кто-то большой и сильный разберет меня по одному атому, и после этого склеит, то что произойдет? Сердце что сделает? Передвинется сюда. И никто ничего не заметит. Согласны? Вот. Только единственная операция, абсолютно фантастическая операция. Потому что надо действительно каждый атом. Вы не можете это сделать просто за счет покачиваний, за счет там, того, что я там похожу. Нет. Надо действительно поменять местами две половинки. А вот, кстати, интересно, все это знают, в живой природе вот это вот право и лево различается или не различается? Различается. Кто знает? Есть совершенно удивительный пример. В химии чем биология отличается, а чем не отличается? Кто-нибудь из вас слышал? Нет. Расскажу. Дело в том, что простые молекулы, вот такие вот, не знаю, там, молекулы, состоящие просто из двух атомов кислорода, да? Или там еще какие-то, совсем-совсем простые, они обычно симметричны относительно, у них есть плоский свет. И поэтому в таком мире органической химии, на самом деле, огромное количество молекул, которые имеют такую вот плоскую симметрию, которую перевернешь, и она, собственно, перейдет, да, сама в себя. Но, как только вы собираете достаточно сложную молекулу, запросто может оказаться, что у нее самосовмещения уже нет. И, соответственно, там есть понятие, как бы вращение в одну сторону или вращение в другую сторону. Замечательно. Казалось бы, когда возникала жизнь, у нас такие молекулы, скажем, представьте, молекула, которая устроена, как моя левая рука, да? Вот там какая-то молекула и торчит. Молекула такая же, но которая устроена, как моя правая рука. Такая и торчит. Представляете? Да. Замечательно. А теперь вопрос. Они, по сути, одинаковые. Но представьте себе, что во время возникновения жизни их было поровну. А дальше происходит красивая штука. В силу каких-то случайных причин какого-то из этих видов становится чуть-чуть больше. И живые клетки начинают использовать один из этих видов. А дальше происходит замечательная вещь. Они используют этот вид, делают такие молекулы, и в результате таких что? Не остается. Не то, что не остается, а становится в тысячи, в десятки тысяч раз меньше. И этот эффект реально биологами, химиками наблюдается. Это один из способов отличить, что называется, живые вещества от неживых. То есть, действительно, есть молекулы, которые в большом количестве изготавливаются в процессе жизни, и при этом вот такие не изготавливаются, а такие изготавливаются. Из двух вариантов, из молекулы и из ее зеркальной копии, изготавливается только один. Причем всеми живыми клетками на нашей планете. Это удивительная вещь, да? Это такое единство жизни, в частности, в этом тоже проявляется.